Ну, конечно, пальчиком так нажимать кнопочки – это тоже важно. Это чрезвычайно важно в современном мире, да, чтобы быть успешными, чтобы страна была успешной. Надо владеть этими цифровыми методами, так сказать, получения знаний, обмена знаниями и достижения успеха в профессии. Но речевая культура чрезвычайно важна. Ну, давайте вместе подумаем, что нужно сделать дополнительно для того, чтобы и книга была в руках у молодого человека, чтобы любовь была к книге, чтобы они пользовались не только интернетом. Ну, ясно, что мы постоянно же об этом говорим, что вот все, книга, газета, я не знаю, все что угодно, бумага, это только носитель, так же, как и какой-то гаджет, там, это только носитель, важен контент, это все понятно, но все-таки одно дело рассказ о музыке, а другое дело умение слушать музыку и воспринимать ее. Да? Одно дело рассказ про не знаю, о картинах там Поленова или Левитана, да? А другое дело уметь созерцать, чувствовать, понимать, что хотел сказать художник. То же самое и с литературой. Конечно, буквы все должны знать, нужно почувствовать вкус книги.